Сильно посыплю это кедровыми орехами. Испанская икра из болгарских перцев. Болгарские перцы промойте, очистите от семян, положите в них по зубчику чеснока и отправьте в духовку, разогретую до 180 градусов. Минут через 30 выньте перцы из печи, остудите их и очистите от кожуры. Через мясорубку пропустите печеные перцы с чесноком, маслиной или оливки без косточек, свежий чеснок, помидоры и зелень. Полученную массу перемешайте и полейте лимонным соком. Готовую икру посыпьте кедровыми орешками.